До середины октября сквер на площади Маркса благоустроят за 500 000 рублей. Рабочие вывезли строительный мусор, привезли грунт. Скоро посеют газон и сделают альпийские горки. Разработали и видеопроект. Каким будет сквер на главной площади Левобережья, расскажет и покажет Александр Вяткин. С территории будущего сквера на площади Маркса уже вывезли строительный мусор, после сюда привезли землю. Сейчас рабочие разравнивают грунт. До 15 октября подрядчик должен завершить благоустройство, в том числе посеять газонную траву. Засеют около 2000 квадратных метров. Сорт специальный. Газон зазеленеет, как только весной сойдет снег. Так называемый озимый посев, который сеется поздно осенью и весной, ему достаточно температуры и влаги, и отталого снега. Будут посажены живая изгородь в районе 90 погонных метров, ну и произведен посев газона. Также здесь будет две композиции декоративных в виде альпийских горок. Альпийская горка – это композиция из камней и цветов. Как будет выглядеть сквер, можно увидеть уже сейчас. Есть визуализация проекта. В сквере планируют сделать удобные дорожки, дополнительно высадить деревья и кустарники, поставят лавочки. После того, как убрали забор, было подписано постановление мэром, что это будет зеленая зона. То есть после этого здесь никогда здесь ни киоска, ни торговли не будет. Это дало нам основание для работы. Мы собрали неоднократно здесь весной субботники, мы вычистили всю территорию от мусора, тут очень много его было. Несколько месяцев назад высадили 14 елей, деревья уже прижились. В этом году на благоустройство сквера выделили 500 000 рублей. В следующем преображение зеленой зоны продолжат. Ну, мне кажется, это, знаете, без комментариев. Зеленые растения, зеленая трава, не какая-то здесь грязь была. Все, заблесено было. Тут все хорошее собрали, такой длинной площади, все. То есть все налицо. Зелени будет больше. Приличный забор наверняка уберут. Забор убрать не удастся, это частная собственность. Но у администрации Ленинского района есть устная договоренность о том, чтобы бетонные плиты заменить на более эстетичное ограждение. Александр Вяткин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.